Всем привет! Сегодня у нас распаковка продуктов из ленты. Ну и еще мы заехали на рынок немножко. Так, закупка продуктов. Сегодня у нас 5 января. Мы ждем гостей завтра и послезавтра. Ну, конечно, мы не только с этого будем готовить. Это то, что мы докупили. Так. Ну, начнем. Мясо, грудка, это мне нужна для салата «Цезарь». Так, чек потом привожу цену. Колбаса зернистая. Молоко, сметана простоквашина. Шпроты для бутербродов. Так, салат. И капуста китайская, это для Цезаря. Помидорки для Цезаря. Бананы были по акции 55 рублей. Морковь, петруха, масло. Первый раз такое пробую, не знаю, что за масло. Макарошки. Ну, это я так сразу же. Макароны. Это муж пиво взял. Косичка, это свити, 91 рубль. Яблоки тоже по акции были, 60 рублей, но, по-моему, там еще на кассе они меньше делают цену. Это надо будет в чеке посмотреть. Мандаринки, 78 рублей за килограмм, выходит 89 рублей. Так. Это тоже в пивнухе. Нет, это не в пивнухе, это на базаре лещ. Ой, что-то там он 115 рублей вышел. Это в ленте. Ихняя лентовская. 250 и 240 рублей примерно. А это на базаре. Семга слабосоленая. Кусок вот такой 700 рублей. Сгущенка по акции была в ленте. Балтимор соус. Кетчуп соус. Не знаю, что это. Так, оливки лентовские, маслины. Такой я обожаю. Кокосовое молоко. Лентовская селедка. Я буду салат делать. В упрощенном варианте шубу из этой селедки. Потом тоже для салата плавленый сырок. Свекла для шубы. Там картоха. Два вида картохи. Вот. Крабы для салата. Слоеное тесто. Так, это мне тоже, я там закусочку хочу делать. Ну и куда без БПХ. Это вот мы себя так травим. Ну, любим, ну мы их редко едим, но редко, но метко. В общем, вот такая продуктовая корзина. Еще будет гусь, естественно, на Рождество. Будет мясо по-французски, то есть фарш, гусь, все в холодильнике, в морозилке. Гуся мне привезет мама. Вот. Что еще у меня будет на столе? Кое-какие продукты в холодильнике. Вот. Ну, там не особо важные. Все основное тут. Вот чек лентовский. Кому интересно, ставьте на паузу. Общая сумма 3605. Ну, еще там с базара. Вот один чек. Больше мне. Один чек я не взяла, когда рыбу покупала. Это цены на сегодняшний день, 5 января.